Надеюсь, все понимают, зачем мы здесь собрались. Кто-то подстроил взрыв, унесший жизни всех лордов. И теперь на свалке идет междоусобная резня. Господа, у нас есть два варианта. Мы можем и дальше продолжать убивать друг друга. Или мы наконец-то объединимся. Опять эти разговоры об объединении. Гибель лордов еще не означает. Не означает, что каждый у себя в клане не сможет навести порядок. Элементарный. Порядок? Порядок? Клан Железного Лорда был одним из самых сильных на свалке. А теперь люди бегут оттуда, благодаря твоим порядкам. Пожалуйста, успокойтесь. Не секрет, что лорды поддерживали связь с Большой Землей. И они хотели лишь одного снятия карантина. А теперь дай военным только повод, они здесь камня на камне не оставят. Вот именно! Поэтому мы должны объединиться и доказать, что вирус B-13 — выдумка! Все в нашем мире выдумка, брат мой. Мы выдумываем несчастья только для того, чтобы они были контрастом к нашим удовольствиям. Но, тем не менее, я поддерживаю идею объединения и считаю, что кланам нужен сильный предводитель, который даст людям веру. Я знаю, почему ты так считаешь, Марк. Ты бы и сам не против занять это место. Во всяком случае, мои люди верят в меня. Конечно, вера очень поможет в этом мире. Но нам нужен человек, который смог бы вести переговоры с Большой Землей. Очень интересно. И кто же этот человек? Родан, последний лорд внутреннего круга. Этого не может быть. Лорды погибли все. В таком взрыве невозможно уцелеть. Как видишь, смерть меня боится, Марк. Времена, когда лорды правили Большой Землей, давно прошли. Столько лет они дурили нам головы, используя своих меркантильных интересов. А они это прошлое, которое надо забыть. Послушай, толстяк, у тебя слишком короткая память и длинный язык. Эти две причины всегда мешали тебе жить. Будьте же благоразумны. Родан, пожалуйста, спрячь клинок. Ты же знаешь наши правила. Никакого оружия на сходке. Браво. Это уже входит в привычку. Я не хочу пока никого обвинять. Но все же странно, что ты остался в живых, Родан. И поэтому в голове у меня вертится один вопрос. Не ты ли организовал этот взрыв? Ну, конечно! Как же иначе? Да бред все это! Я лично вытащил его полуживого из-под обломков! Возможно, дырявые. Но во всем этом следует еще разобраться. Начало положено. Сейчас посмотрим, что будет дальше. Ну, видать, ночка была ужасная. Здесь пьяный валяется. Да уж, косички стоило ожидать лучшего. К Анапу едешь? Или в любые города нам были такие же делают?
узкий коридор, а толку нихуя. Ну, хуйня какая-то. Мало генератор. Да, да, я там, и сильно. Ой, меня сейчас ёбнут. А как хилиться? Слоу-мо, блядь. О, с дробашом перевертыш на новом деле. Бля, как хилить. Какие-то темные головы. Да уж, жестко. А, попробуем с дроби их делать надо, что ты делать. Там нихуя нет. Тут тоже нихуя. Заебись. Да, это еще, блядь, разбил. О, вот она, хилка. Это что, зверобой? О, вот они, хилки валяются. Во!
Заебись, теперь можно пиздиться идти. Сейчас я этим чертям дам пизды. Сдохните, блядь. Опять не сортир какой-то. О, педрилы выбили. Ну, вот такого пня пса, блин. Нихуёво. Я вообще не разговариваю, да, походу? Не, у меня вообще, блядь, бита какая-то. Роден, сюда идут еще наемники. На набережной стоит несколько каперов. Это единственный способ отсюда выбраться. Разве мы знакомы? У нас еще будет время познакомиться. Вот, возьми КПК и постоянно будь на связи. Значит, когда я, блядь, 500 пуль сажаем, походу приохотил, как бы. Хуй на чё. Тут у Бэки, ну, что на хрена, ну, это все понятно. О, навыки даже есть. Будем пробовать. Нихуя. Хилки есть. Ну, быстрее, сука. О, мне одна дычка оставала. Надо посмотреть сериал, да? Пистолетик.
Ну чем нахуй расстреляет? Охуенно, мне на жизни прекрасный палец оставил. Уёбываем! Патроны нету, в пекале только. Охуеть.
Привет, друг. О, жизнь. Вот это нужно не вещи. Снайпер. По-моему, еще гасит. Ой, блядь. Но откуда? Ребята. Значит, будем знать.
Вот и все. Будем так действовать, хули дела. Жизнь. Это генератор с собой не видно. Почти видно. Красота. Ляпота. Ладно, ребята, на этом мы, наверное, закончим. Если вам понравилось, то ставьте лайки и будем продолжать.